Так, 27 сентября 2023 год. Ну, еще раз пробую автофокус, не знаю. МКС. Ну, это же жить не МКС, это беспилотник. Я в Запорожской области нахожусь. Возле города Орехов. Это наш, можно не переживать. Рада. Не попадешь. Где ж ты? Аккуратно до мной летит. Я сейчас в такой позе неудобной. Ах! Не буду в эфире рассказывать. Мимо Веги пролетает. Сейчас я маленько перестроюсь, иначе никак. Все. Ай-яй-яй. Ну, уже тень земли, значит, попал. Ну, смотрим тогда на Луну. Куда деваться? Так, сейчас опущу штатив. Да, вот это. А, это же опять же у меня здесь сейчас автофокус работает. Сейчас посмотрим. Что ты нам наработаешь? Не, ну по-моему хоть чуть-чуть он сработал. Предыдущие три попытки вообще были. Так, уменьшаю выдержку, что-то она сильно пересвечена, по-моему. Рука к фокусировке тянется. А нет. Это у нас Аристарх. Кратер. Да нет, ну конечно. Хочется вручную по. Ладно, сейчас я быстро, потом отдельно сниму. На ручной фокусировке еще. Завтра будет луна в Перигее. Кратер с пиптиком. Ладно, давайте я сейчас Сатурн не буду затягивать. Дымка есть. Автофокус хоть что-то наделает, вопросов к нему нет. Так, это я выдержку опять увеличил. Ага, тут сюрприз не хватает. На Сатурн надо поднимать штатив. Немножко он выше, чем Луна. Ну, ребят, это автофокусировка, я, конечно, прошу прощения, сейчас сниму отдельно.
на нормальном фокусе. 27 сентября.